Здравствуйте, я Александр. И сегодня мы с вами увидим очень интересную церковь. Называется она Эммануэль. Находится недалеко от Явских ворот в городе Иерусалиме. Также мы увидим гостиный дом, небольшую гостиницу для посетителей, для туристов, которые приехали посмотреть эту церковь и вообще Иерусалим. Хорошего вам просмотра, и да хранит вас Бог!